В теме происшествий житель Апатитов украл в магазине 31 упаковку сыра. В одном из магазинов города обнаружили кражу товара на 4 500 рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенные в торговом помещении, и установили, что сыр украл один из посетителей. Мужчина похитил 31 упаковку, спрятав все в рюкзак. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный 37-летний житель Апатитов, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что похищенное продал. По данному факту возбуждено уголовное дело.